прошел год, а я еще в ливийской тюрьме. Говорят, русские не сдаются, хотя с нашими ливийскими друзьями кто угодно сломается. Давай, ешь. У меня рамадан. Жаль, что Шугалей наш враг, из него бы получился очень полезный друг. Я хочу, чтобы народ поверил, что Шугалей засланный шпион. Сфотографируй эти страницы и отправь их в Россию. Судя по тому, что он нарисовал, он знает про все наши интересы не только в Ливии, но и во всех арабских странах. Я не учел, что нашим врагам будет помогать Турция. Триполи — это моя жизнь, и я готов за нее погибнуть. Русский сейчас летит в Турцию. С тобой будет говорить важный человек. Все, что я прошу, это твое официальное заявление, что ты был в Ливии не как социолог. Родина одна. Что происходит с Максом и Саммером в данный момент, никто не знает. Это самое страшное. Вы пришли сюда не для того, чтобы отправить меня на родину.